Так хорошо, а как твой чит на золото работает? Ты мне дашь пот, а я тебе вышлю ссылку с кодом. Кот, скажи пока. Как же правильно ухаживать за щенком? Как научить его быть послушным? Чтоб, например, приучить писать куда надо? И вообще, как дрессировать это лохматое чудо? По-моему, это один из самых няшных каналов, на который я тебе просто рекомендую подписаться. Ссылка в описании. А донатерам с прошлого стрима большущенное спасибо. Ваш заказ, блян. Видео про читеров, приправленным пчелиным пометом в виде срача игроков с двумя кубиками льда. Не желаете? Я так и думал. А я бы не отказался. Однако всем салютик, с вами Павел Князич. Я тут решил приобрести себе свой бар. Потому что после таких очень веселеньких, так сказать, праздников, можно и спиться нахрен. Ну что ж, это уже не так уж и важно, потому что с сегодняшнего дня, насколько я знаю, админы мобильной аватарии взялись за читера. Наверное, бля. Я не думаю, что ты не знаешь о таком явлении, как «скажи пока». Если ты до сих пор не знаешь, кто это, то я тебе кратенько расскажу. «Скажи пока» — это рыжуха, которая смогла напугать всю аватарию. Якобы она взламывала игроков, и даже конкретные цифры были то 50, то 200, то 1000. И непонятно, откуда эти игроки взялись вообще. Кто вообще считал всех этих взломанных? И в связи с этим достаточно много фейков расплодилось, и я даже встретил мужскую версию «Скажи пока». Может быть, пацан, играющий за девку, может быть, девка, играющая за пацана, а может быть, девка, играющая за пацана и за девку. В общем, возможно, это даже целая команда работает. В любом случае, мы никогда об этом уже не узнаем. Да и хрен с ним. Наше дело просто защитить аватарию от таких говняков, если они действительно взломщики. А если обычный читер, поугараем. И вместе с ними посмеемся, поприкалываемся. Пошел нахрен, телек я не ломал. Но у меня такое чувство, что проблема не решена. И где-то до сих пор разгуливает настоящий взломщик. И вроде как админы вышли уже на работу, но паника не прекратилась. До сих пор строятся какие-то ужасные теории. Ну, ребята, Гоголь в гробу переворачивается. В любом случае, давайте выясним этот вопрос самостоятельно. Я не понимаю, чё все паникуют? Какие нахрен читеры? У нас тут читы продают на клонирование, зай! Ёкарный бабай, что происходит? А вы говорите, скажи пока, о, хоккеист тут сидит. Хоккеист, это ты продаешь тут? А что? Ковид, да, все испортил? Чемпионата не будет, да? Куда свалил? Гнида, откуда у тебя чит? Знаете, этот хоккеист сидит на допинге. У него щиты есть. Надо вот этого хоккеиста опасаться больше, чем эту рыжуху. Она хотя бы подарки не просит. И вот опять клонирование. 21-й год, какое клонирование? Клонирую все, кроме конфет и цветов. А какого хрена конфет не клонирую? Конфеты хочу. Где мои конфеты? Да после праздника должны остаться. Это... Ты кто, чувачок? Подожди, это ты создал? Это... А я думал, это ты. А ты кто это? Чингисхан? Что у тебя с бровями? Ой, здравствуйте, а это вы тут клонируете? А вы заодно, что ли? Я не понимаю. Просто он какой-то подозрительный. Все рыжие конопатые били дедушку лопатами. Ненавижу я рыжих. Особенно таких подозрительных. Так, хорошо, давай добавимся. На всякий случай. Так, вот она клонирует, да? А кто из вас клонирует? Я. А это чё? Просто у меня такое чувство, что именно он клонирует. Ты в курсе, сколько у него клонов расплодилось? Я хозяин. А он раб, что ли? Хы. Оно живое. Я тебе сейчас выгоню, что клонируем. Ты кому? Тебе. А чё он пугает? Что клонируем, скажи. Ну, конфет, наверное, или нельзя. С праздников ни хрена не осталось. Отожрал все до последнего пантика. Фантики! Могу все, кроме конфеты, цветов и хрюшек. Что клонируем? И сейчас подумаем. А можно его выгнать? Он на меня давит. Слишком презрительно смотрит. Он не выгоняется, я пробовала. В смысле? Короче. Без короче. Давай клонить. Что? Ну, для начала... Мне хотелось спросить, как это клонирование проходит? Она врет, она не копирует подарки, она меня выгнала! Не ври, это не я! Наверное, это тот рыжий. Ну да, наверное.
Это рыжий выгнал его? Да, он. Ой, так можно, что ли? Чувак, научи меня. Да, он чит. Я тебя сейчас выгоню. А я тебя переиграю и уничтожу. Чувак, выгоняй ее. Выселяй нахрен. Это мой дом, блин. Ипотека из стекла. Админы с похмела после праздников проспались как следует. И еще за них все рыжий читер делает. Чувак, чего ты молчишь? Выгоняй эту белобрысую бестию. А это меня чувак выгнал или... А, это она, понятно. Если уж надоел, то понятно. Это значит я... меня еще и пнули! Классно! А его, значит, не пнули. А они заодно? Я не понял. Он стоял, молчал, ни хрена не делал. Это кто? Подожди. Блин, я паспортаж не посмотрел. А может быть, это ее муж? Я не знаю, может быть, у них такой семейный бизнес? Да хрен пойми, кто это. Блин, а что он там делал? Он там просто стоял, а она на него внимания не обращала. А меня, значит, выгнала. И с меня требовала подарки. Клонирование. Как? Это заговор какой-то, что ли? Это весьма подозрительные такие стрёмные хрень. Что в этих событиях не так? Вот я спустился на самое днище событий. Тут уже дают золото за поды. Ни промокоды, ни подарки какие-то, а просто золото. Ну всё, это уже... Это край вообще вилы, блин. Ну давайте пойдем туда. Ну, у меня такое чувство, что на самом днище никого ни хрена не будет. Ну ладно. Дают золото, нормально. А это ты, что ли? Ты решил создать событие, да? А кто? Стой, подожди. Это кто? Да ладно. Ты что ли? Так я, а это ты тот самый или... Ну, судя по монгольским бровям, да? Я эти брови узнаю из тысячи. Ой, он еще и говорящий, охренеть. А, привет, давай. Ни хрена себе, запятые ставит. Он запятые ставит, оказывается. Ёлки-палки. Редкое явление, конечно, это запятые. Причем там, где надо. А читер-то грамотный. Мне два пакетика. Чего? Чая. Иди отсюда, полоумный. Кто тут полоумный? Не я в читера оделся. А для аватара ты, между прочим, как одеться в серийного убийцу. А еще у тебя брови Чингисхана. Ты бы еще усы отрастил. Слушай, я тебя понял. Вы за золотом? Да. Я с тобой, блин, разговариваю. Давай, пот. Тебе не получится игнорить меня так долго. В жопу стрельну, помидорки, но ты меня точно игнорить не сможешь. Иди отсюда. Пот, давайте. А с ней на вы. Я тебе не твой друган и брыган. О, смылась. А теперь скажи мне, почему она ушла? Кто? Девушка тут стояла только что. Мне пофиг. Давай, пот. С хренов ли? Тут таинственное исчезновение произошло. Девки, скорее ее подарка. Ты что, фокусник? Давай, пот. А ты мне что? Золото. Так хорошо, а как твой чит на золото работает? Ты мне дашь пот, а я тебе вышлю ссылку с кодом. Ведешь туда данные с кодом, и золото твое. Знаю я ваши ссылки. А это программа или сайт? Лендинг. Ой, какие сложные, неизвестные мне слова. Так и реально поверить можешь, что ты специалиста не обманешь. Код скажу сейчас, ничего сложного. Пароль банан. Скажи пока, код. Чего? Какой банан? Я банан. Я банан. Сегодня допляшешься, и я кто его ману. А мне что, танцевать нельзя? Ты идиот. А мне что, танцевать нельзя? Либо пот, либо ак твой. Выбирай. Ты кого напугать собрался, колобок лохматый? Паспорт. А ты знаешь, кто мой папа? Не, лучше мой дядя. Отговорки будут еще? Что ты, взломщик, связи с админами, читы на золото, дядя твой админ. Котенок у тебя родился. Какие отговорки еще? Выбирай. Твой дядя. Мой дядя самых честных правил. Ах, беру твой. Все. Ну да. Паспорт. Ой, дурак, ну и что тут тебе? Как ты задолбался своим паспортом? Ну что я тебе могу сказать? У меня слов нет. Обосрался? Иди на завод. Какой тебе YouTube? А чего я должен был увидеть? Паспорт глянь, утырок. Ну что могу сказать? Документы просрочены. Понял. Прощайся с аккаунтом. И каналом. Стой! Ладно, возьму я твое гребаное золото. Давай только через обмен. Ну мне без разницы. Говно тебе подарю какое-либо. Ну, смотрим, что будет дальше. Мы стали друзьями.
Ну классно, все за меня делает. Давай обмен, ну чё тебе подарить? А давай это, у меня тут это, чайный сервис целый есть. Давайте подарю вот фонтанчик. И вот чай, ну и тумбочку. Ну, вообще классные подарки, если честно. А он мне хрен на блюде. Да, давай быстрее выбирай уже. А знаешь что, вот, держи. И как? Тебе нравится? Да хрен тебе! И что? Ну как? Ты не получишь чая, ты плохо себя вел. Ну все, у него бомбит, а что еще делать чуваку, у которого бомбит, конечно. А! Чего? Стой! Это ты называешь взломом, что ли? Ты ничего, ты, придурок, не умеешь, блин. Я думал, сейчас эпик будет. Стоп, подожди, там второй был, что ли? Нет, стой. Мне не показалось, там второй из комнаты вышел. Так, это меня что-то глючить начало. Подожди, этот оставался в комнате, насколько я знаю. И там вышел второй. Нет, что, не, подожди, мне не показалось, сейчас там вторая рыжая башка высунулась. Откуда? Стой! Стой, подожди. А, нет, не туда нажал. Так меня клинить начало. Уже стой! Это он! Так еще один! Это Влад. Ёлки-палки, лес густой! Мне уж теперь вот эти одинаковые прически теперь кажутся одного цвета, рыжими. Так, а ты что тут делаешь? Стой! Ты меня как нашел? Причем, получается, это я тебя нашел, ты тут сидел. Скажи привет. Хватай эту рыжую задницу! Ой! А ты меня удалить забыл. Хрен ли вас двое? Кому идти-то? Ну, пошли к этому. Ладно, первый меня не желает идти, пошли ко второму. Может, второй будет рад меня видеть. Эй, пепсикольный! Ты где? Засранец, удали у меня. Как он так сделал? Их двое, что ли? Подожди, а я одного только видел, не. Или двоих я видел. Что это было? Но в любом случае мы выяснили, что никакого взлома нет. Либо эта хрень какая-то читерская, либо меня уже глючить начало. Ну а если ты не хочешь, чтобы тебя обманули или же взломали, подпишись на мой канал, нажми на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. На мой бункер Князича во ВКонтакте тоже подпишись, ссылка в описании. Поставь лайк этому видео, поделись им у себя на странице и не забудь оставить свой комментарий под этим роликом. Всем поки, до свидос.